Опа! Здорово, братанчик! Давненько не виделись! Короче, братишка, сегодня я тебе такое покажу! Твоя челюха просто отлетит! Потому что прямо сегодня, ребята, я покажу самые крутые, секретные лайфхаки из стендов 2! Прямо сегодня я позвоню разработчикам! Прямо сегодня, ребята, я буду ходить сквозь стены! Прямо сегодня будем летать! И многое-многое другое! Поэтому, братанчик, если ты ждал это легендарное видео, прямо эту секунду прожми огромнейший лайк! Обязательно подпишись на мой канал! И хэштег «Нет мне Пеппа», а мы начинаем! Ну и первый наш лайфхак будет такой легенький. Это будет лайфхак на полет. И как мы видим, этот лайфхак мне скинул мой подписчик. И он говорит: кентуха, я полетел. Ну и прямо сегодня мы пробуем сделать то же самое. Единственное, хотел бы вам сказать, что, пожалуйста, не надо это повторять в открытом лобби, иначе вас забанят. И я тоже это не буду повторять. Это всего лишь для эксперимента, для этого видоса. И пока я записывал это приветствие, у моего подписчика все вышло. Он реально летает, реально летает. Чего? Это рабочая тема! Обалдеть, как же это круто! Так, ребятки, ну а теперь давайте-ка я попробую все это проверить. Так, ну чё, как думаете, взлетим или нет? То есть я так запрыгиваю на челика и говорю: чао, какао, братанчик! И у меня ничего не получается, потому что, ребята, с первого раза у вас ничего не выйдет. 2000 years later. Ох, надеюсь, меня не забанят. Если что, я все осуждаю. Блин, да что не получается-то? О-о-о! Ребята, я полетел! Обалдеть! Как же это прикольно! Это реально рабочая тема! Я просто летаю! Если честно, у меня даже немножко закружилась голова. Ну а прямо сейчас мы посмотрим, как же все это будет выглядеть со стороны. Ай, прикольно-то как. Посмотрите, лечу родименький. Но, ребята, есть один небольшой нюанс. Мы все это максимально осуждаем. И, пожалуйста, не повторяйте. Это все было сделано только для эксперимента. Ну а мы, ребята, перемещаемся к лайфхаку номер 2. Ну а следующий наш лайфхак, это лайфхак номер 2. И есть один небольшой нюанс, то что этот лайфхак работал на старом расте. И я прямо сегодня вам докажу то, что он будет работать и на новом расте. В чем суть этого лайфхака? Мы берем вначале пушечки, вот смотрите, тут, то есть тут ничего нет, видите, ничего нет. Мы берем пушечки, вот так, и просто их кидаем, видите, вот в эту вот текстуру. Покидали буквально, ну сколько там, секунд 10. И после этого с обратной стороны оружки провалятся. Так вот, смогут ли оружки уже пройти сквозь стену, прямо сейчас я вам покажу на новом расте. Погнали в каточку! И прямо сейчас, ребятки, я вам покажу, что этот лайфхак работает только в одном месте на карте раста. Мы потратили более 5 часов, чтобы понять, работает ли этот лайфхак или нет. И да, он работает. Видите эту стенку? Видите кучу оружечки? Вы понимаете, что сейчас будет? Как мы видим, тут ничего нету. И я начинаю прямо сейчас просто вот так вот кидаю по КД. Кидаем! И теперь погнали проверим. А ну-ка. Да! Вот-вот! Прилетело! Да, я знал! Обалдеть, это реально работает! Ух, ребята, просто сегодня мой день. Ну что же, ну а прямо сейчас мы, ребятки, перейдем к самому интересному. Лайфхаку номер 3. Погнали! Ну а для следующего нашего лайфхака мне нужна помощь подписчиков. Братва, скажите мне только одно. Вы готовы? Вы готовы? Потому что прямо сейчас мы попробуем залезть на этот кран. Я понимаю, это звучит очень смешно, но мы попробуем. Ребятки, начинаем прыгать активненько. Я прямо в эту секунду попробую запрыгнуть на кран. Я уже на кране. Обалдеть, нас уже понимали 16 человек. Давай, давайте, ребятки, все прям. Умнички, еще прыгаем. Обалдеть, как же разработчики повысили границы. Потому что сейчас лесенку стало делать гораздо сложнее. Все прыгаем, ребятки, давайте. Обалдеть, мы уже выше крана. Просто все прыгаем. Почти. Братанчик, давай, лучше. Да! Обалдеть! Это просто
просто невозможно, вы видели? Вы просто видели, мы уже перепрыгнули кран в два раза, а кран перепрыгнуть оказывается невозможно, чего? Походу разработчики это сделали специально, чтобы нельзя было вылезти за пределы карты. Но, ребятки, вы же знаете меня, мы по-любому за пределы карты вылезем. Ну а прямо сейчас попробуем в этом месте. Ребятки, пожалуйста, спрыгните. Спрыгните все. Я должен быть первый. Так, а ну-ка. Раз, два, три. Начинаем прыгать, ребятки. Все прыгаем активненько. Мы, ребятки, выбрали место немножко повыше. И сейчас попробуем запрыгнуть тут. Обалдеть, как же красиво. Я впервые в жизни вижу карту Rust с этого ракурса. Обалдеть! Обалдеть, чего? Все прыгаем, прям. Умнички, умнички, умнички. У нас должно все получиться. Я просто в шоке, посмотрите. Я даже сквозь щелу провалился, чего? Обалдеть, ну даже тут не получается перепрыгнуть, потому что разработчики специально сделали эту карту максимально высокой. Но теперь для меня это вызов. Я хочу перепрыгнуть карту раз, любой ценой. Это просто impossible. Я уже вдвое выше крана, но мы до сих пор не можем это перелезть. Я вам отвечаю, это самая высокая лесенка в истории лесенок, и меня не получается. Что за ерунда? Ладно, окей, давайте попробуем еще раз в новом месте. Ребятки, что понимали, мы пробовали сделать лесенку в более чем 5 местах, и нигде не получалось. И наш последний шанс это сделать на спавне КТ возле этой машины. Ребят, прожмите, пожалуйста, по лайку. Надеюсь, у нас должно получиться. Ребятки, абсолютно все становимся в лесенку и просто начинаем прыгать. Просто начинаем прыгать. Давайте, давайте, активней. Ну, а пока что можете полюбоваться красивым видом пшеницы. Давай, ну, нас 16 человек. Ну, почему у нас не получается? По всей видимости, разработчики сделали все возможное невозможное, дабы у нас ничего не получилось, блин. Ребята, мы не сдаемся, смотрите, как мы высоко. Я еще никогда в жизни так высоко не был. Я уже какие-то деревья вижу вдали. Ну давай, все прыгаем, все прыгаем, все прыгаем. Ребятки, активней. Просто абсолютно каждый из вас. Прыгаем, 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 прыгаем. Давай, 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 ребят, последняя попытка. Эй, давай. Сейчас выйди, давай, давай, давай. Я максимально высоко, давай, 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 давай. Не, ребят, я говорю, это невозможно. Разрабы это пофиксили. Просто я вам отвечаю с уверенностью 100%. Нас 16 человек. Просто посмотрите. Мы тут 2 часа уже прыгаем. Это невозможно, поэтому этот лайфхак опровержен. Ну, а мы переходим к следующему лайфхаку. Ну, когда уже? Ну, когда уже ты залетишь на булдропщик? Потому что булдропщик это топовый дропщик. Тем более, это можно тапать хомяка прямо на сайте. Братья, это не все. Также добавили новую коллекцию кассика. Ты посмотри, какая красота. И, конечно же, братик, не забывай бить мегалодона и получать этот бесплатный дроп. Ну, от меня держи 3 бесплатных подарочка. Первый на бесплатный сундучок хомяка. Второй на бесплатную энергию, при помощи которой ты можешь получать бесплатные скины. И третий на дополнительный процентик. Все нужны ссылочки снизу, а мы идем дальше. Ну а прямо сейчас, ребятки, будет самое-самое интересное, потому что вы знаете, что разраб обновили карту Rust, и они ее обновили далеко не просто так. Ребята, вы уверены, что карту Rust обновили не просто так? И вы в курсе, что вместе с этим обновили пачку? И помимо пачки, разработчики добавили кучу разных надписей. Так вот, следующий лайфхак будет таким. Прямо сейчас мы попробуем по всем этим надписям, по надписям на стене, по надписям на гараже. Я абсолютно все надписи пройду, обзвоню, попробуем найти самого настоящего разработчика. Ну что же, ребятки, вот наша первая надпись. Я беру мой телефончик и я прямо в эту секундочку начинаю действовать. Звоню 290-181-1-22-00. И я, ребятки, набираю этот номер прямо сейчас. А, пишет просто конец вызова, окей. Окей, тут, как я понимаю, в принципе, номер тот же самый. А теперь давайте попробую найти этот номер, но уже в ТГ. Потому что все разработчики умные, они вряд ли показывали свой канал, они, возможно, укажут ТГ. Давайте попробуем найти по ТГ-шечке. И, к сожалению, ребятки, даже в ТГ этот номер я не смог найти. Но ничего страшного, потому что, ребята, мы не сдаемся и мы идем дальше. Это была надпись номер один. Это было вполне предсказуемо, то, что эта надпись не рабочая. Я в этом даже не сомневался. Так, погнали, погнали, погнали искать надпись номер два. Она, если не ошибаюсь, была где-то тут. А вот она! Вот она, родимая! Я достаю мой, ребятки, огромный телефончик и пхона и начинаю звонить. 121-466-922-10. Так, пробую набирать. Блин, да прикиньте, вызов пойдет, я просто буду в шоке. Так, я набираю и... Алло? Блин, давайте еще раз наберу, подождите. Так, ага, ага.
Ага. Вот, набираю, набираю, чтобы понимали, прямо сейчас набираю, пробую звонить. Внимательно слушай. Номер не обслуживается, чё за дичь? А ну-ка, давайте еще раз пробую набрать. Так, ребятки, самое интересное, я нашел этот номер в ТГ! Я не шучу! Я только что набрал два раза челу, и он даже зашел в сеть. Давайте сейчас наберу его третий раз, а ну-ка. А ну-ка. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, кто это такие? Алло, кто мне звонит? Здравствуйте, это Кент АПК, Кент АПК. Вы играете в стендов? Какой еще стендов? Стендов 2, стендов 2, не второй. Не звони мне, какой стендов? Ну я ваш номер нашел на раз! Это вы или не вы? Вот ваш, вот смотрите, ваш тег 121 466-9-22-10. Вот я по вашему тегу и позвонил. Дайте мне пожить спокойно. А я типа не первый вам звоню? Нет. Как часто вам звонят? Последний вопрос. Пару раз в день мне звонят. Короче, вам не звонили, поменяйте тег в ТГ. У вас тег в Телеграме вот такой 121-466-9. А, он скинул трубку, скинул трубку, скинул трубку. Скинул трубку. Ладно, окей, я понял, я понял. Ну что же, ребята, ну а прямо сейчас мы перемещаемся к самому интересному лайфхаку. Я надеюсь, вы готовы. Погнали! Ну а прямо сейчас будет то, ради чего вы все сюда пришли. Обрати внимание на эту пачку, ее изменили. И разработчики ее изменили не просто так. Знаете что? Прямо сейчас я хочу попробовать набрать человека по номеру из пачки. Ну а для этого, для начала нам необходимо будет просто записать этот номер. Вот просто смотрим. Так, 5834, 5834, дальше, дальше, дальше. 5834, 557, 557 и последние две цифры. 5834. 4, 5, 5, 7. Шестерка в конце, правильно? Так, ребята, найс. Прям сейчас я написал номер, попробую позвонить. Но мне кажется, вызов вряд ли пойдет. Так, братва, прям сейчас набираю, набираю, набираю. Опять это ошибка! Слушай, ну если эта ошибка выскакивает, значит этот номер есть. А давайте попробуем поискать его в ТГ. Подождите, мне же интересно стало. Для меня это просто вызов. Так, вбиваю его в ТГ. И что я вижу? Вы сейчас, наверное, мне не поверите, поэтому я вам покажу пруф. Потому что когда я написал номер в поиске, я бы не поверил моим глазам. Вы готовы? Да, выдало! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь вариантов! И я прямо сейчас попробую по всем им позвонить, и мы узнаем, что из этого выйдет. Погнали! Так, ребят, ну что, погнали прямо сейчас набирать. Звоню! Звоню! Так, тихонько, может он сейчас трубку возьмет? Бери трубку! Обалдеть! Вызов пошел! Я в шоке! Так, это контакт номер один, он чё трубку не берет, окей. Давайте наберем контакт номер два. Идет вызов, это контакт номер два. А ну-ка. Да чё они трубку все не берут? Алло, здравствуйте. Алло, вы разработчик? Кто звонишь? Вы разработчик? Чего? Стендофа, вы разработчик? Да, разработчик. Давай, ты чел, ты рофлишь. Слышишь, ты и перхоть, ты видел свой тех? Да, бачу. Чувак, не притворяйся фейком разрабом. Сюда, сюда. Ну, блин, ну это по-любому это развод, вы на приколе. Так, давайте еще наберем. Так, контакт номер три. То есть нам из трех человек пока что ответил только один. О, алло, алло, здравствуйте. Алло, алло, да. Здравствуйте, вы разработчик? Кого? Стендофа. Стендофа. Нет. В смысле? А у вас ID стоит как у разработчика? Какой ID? Вы разработчик или нет? Быстро отвечаете. Нет, не разработчик. Очко Маунта ставите? Кент АПК, это ты? Да! Блин, да! Здорово! Ты прям сейчас в видео. Реально? Да! У тебя тех пачки стоит. Как видос называется? Как видос? Ладно, все, братан, давай, давай дальше, пожалуйста, звони. Пока что, ребята, статистика очень даже неплохая. Из четырех людей, или сколько, или из пяти, ответило двое или трое. Погнали сейчас набирать еще кого-то. О, вот это больше всего похоже на разраба. А ну-ка, что он скажет? Алло, алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Вы разработчик? Слышь, ты кто такой? Я сейчас тебя забаню. Пошел ты нахуй. Он говорит, я сейчас тебя забаню. Дорогулечка! Это бан! Это что за дичь? Это что за дичь? Мать моя женщина, это что, реально бан? Реально забанил?
Короче, братва, на этом моменте надо заканчивать видеоролик, потому что все пошло не по плану. Прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Сегодня на Твиче стрим, на мой трэп подпишитесь. Все, я погнал писать настоящим разрабом, чтобы меня разбанили, потому что это какой-то трэш. Обалдеть! Что произошло? Все тупо зависло. Я надеюсь, это не бан. Всем пока. В моем ТГ-канале продолжение всего этого видео. История моего разбана. Надеюсь, меня разбанят. Всем нужны ссылочки снизу. Всем пока-пока.